Здесь лестница. Не придется прыгать хотя бы непонятно куда. Можно будет подняться, если что. Так, фалмерский лук. Все, показалось, что игра опять вылетела. Я уж испугался. Ой, привет. Фалмер, давно не виделись. Я уж думал, вы все умерли от старости или от скуки. Или просто потому, что жили в пещере вымершего народа. Это не очень хорошая, как бы, примета по логике. А ты еще откуда? Еще и крестеныш. Уйди отсюда. Вид мне портишь. Так, вы со своими луками, а я со своим арбалетом. Посмотрим, кто круче. Что-то арбалет не решает особо, я так смотрю. Пока крит не выбьешь, никого не убьешь. А второй? Хорошо упал. По-голливудски. Я... Что такое? Ты еще откуда? Вот именно, он еще откуда. На тебе! На тебе! На тебе! На! Да у него даже камня душ нету, это неправильно. Это как-то неправильно. Так, что здесь за фонтан опять? Я просто обойду, окей. Так, никаких кнопочек, ничего такого. Зато вражины уже на подходе. Хорошо, я готов. Кто там? 100 грамм, блин! Ты не знаешь, как отвечать надо на такие вопросы. Давай, давай, испепеляйся! Испепеляйся! Я понимаю, что неэффективно, но фаерболы меня очень сильно заколебали уже, честно говоря, поэтому я решил немножко заэлектризовать их до смерти. Хоть они и не маги. Заклинание, оно в основном против магов используется, потому что молния выжигает ману. Морской желудь показался, Роме, желудь. Не, в принципе, можно из этого морского желудя в отместку тому, про кого я подумал, сварить какое-нибудь говно. Исцеляющие бомжей, например, и делающие их богатыми. Так. Склады, как я не знаю, на каком-нибудь, в какой-нибудь Икее или в Ленте, там полки, или в Ашане. Это же прототип современного Ашана. То есть кошмар, да? Хорошо, придется всех убить и взорвать это место к чертям. Ой, только не говорите мне, что молния это не огонь. Давайте не будем, точнее, ну... Молния — это искра. А, ладно, короче, она должна поджигать бензин, если вы не знаете. Она деревья поджигает. Почему масло-то не поджигается? Непонятно. Так, слабая отрава. Да, слабая отрава. Кстати, забыл про использование всяких отрав. Видимо, мне это не особо нужно, потому что сильных врагов я уже не встречаю на своем пути практически. Поэтому не использую ничего такого. Это лишь приведет к затратам времени. Быстрее просто убить, чем переключаться на инвентарии. Смазывать ядом оружие. Гриб, 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 мухомор. Все это жарится. Гриль. Прикольно. У вас прям современный быт, ребята. А у вас точильного камня нет случайно? Я бы сейчас попробовал бы как раз улучшить эбонитовые перчатки, но, видимо, у них нет точильного камня. Это плохо. Только верстак и наковальня. Насколько я вижу. Больше я ничего не вижу. Я вообще мало чего вижу, потому что здесь, опять-таки, слепит постоянно глаза.
О, еще один сундук. Интересно. Сразу же минус и отмычка. Сейчас будет прикольно. Собирал всю игру отмычки. Сейчас в этой локации все просто поломаю. Понятно, в самом углу, короче говоря. У нас тут эрогенная зона. Открываем. И чё? Слава богу, открылся. Стоит сохранить игру от греха подальше. Это что такое? Чё так темно-то, эй? Я пошутил насчет того, что мне слепит глаза освещение. Верните только его. Они себе что тут, уши отрезали? Все книги испорчены. Кто их так испоганил, интересно? Так, это что такое? Там среди них не Палмер или Палмер? Хорошая шляпа. Уважаю. Что, решили все меня замочить разом? Да не получится, не пытайтесь. Сейчас получится, но... К сожалению, для них... Ой. Я могу просто подождать, пока моя компаньонша их всех замочит. На нее они не особо отвлекаются. Ну... Кто там такой? Смелый. Ой, это я случайно. А вот это уже не случайно. Это что такое? Меня что, моя же завалила это, что ли? Вот этого я что-то не понял. Он ее очаровал, что ли, или как? Где, как, что? Я чуть-чуть вообще не в курсе, что произошло. Это было нечестно. Это было против правил, я такого не ожидал. Давайте, твари, прийти сюда, пока я злой. Ауч. Так это точно она меня убила? Она перешла на сторону этих красавцев. Видимо, влюбилась в одного из них. Давай, до свидания. Минус нога, минус голова. Всех положили. Да, довольно скоротечный бой, в отличие от первого варианта. Где остальные трупы? Ты чё ножки раздвинул? Ты мертвый, тебе все можно. Как тебе коленка-то минуснулась, а? Хорошо, я тебе ее поломал, если это я тебе ее поломал. На курсов мы еще нарвемся 100%. Если опять яйца их пошли. Что говорит об их присутствии в этой местности. Возможно, даже на большого какого-нибудь нарвемся куруса. Супер крутого и супер мощного. Что это такое? Одеяние мага. Инвалида. Так, пустая бутылка, яйцо. Основного дрозда. Соснового дрозда. Соснувшего дрозда, блин. Послен. Так, короче, все забираем, неважно. Так, свиток лечения ран. Я, кстати, забыл совсем про то, чтобы покупать новые заклинания у тех, кого я встречаю. Скума. Флейта. Здесь вроде все собрали. Это у нас что? Человечье мясо. Тяжело устоять, но я все-таки, пожалуй, откажусь. Это у меня не сварение от человеческого мяса. Потом найди здесь мизим. Так. Опять мы вернулись. Нет, не туда. Мы хоть туда идем-то, ё-моё. Я уже запутался в конец.
Фалмер? Фалмер. Давай-ка я тебя в башку немножко. Это я, конечно... Ну чё ты замедлился-то, ё-моё. Нормально. Ну что, я не попадаю-то? Вот, другое дело. Только не столкни меня, а! Вон, сам вались отсюда. Если тебе так нравится это дело. Я уже не против, потому что ты сдох. Давай, вниз. Ой, кто-то с горочки спустился. Наверное, Фалмер тут напился. И об меня чуть-чуть убился. Ну и пускай идет к чертям. А вот этих я не ожидал, парней. Откуда ты здесь? Я ожидал курсов, а тебя не ожидал. Я там лук случайно не подобрал. Что-то мне показалось, что я немножко не то подобрал. Ну, а здесь трупов, конечно. О, господи, армия для Третьей мировой. Все мертвые. Ага, вот почему я так начал мочить-то жестко. У меня двемерский болт. Заряжен в арбалете. Все остальные-то, наверное, уже кончились. Тебя не обыщем, ты у нас неудачник. Ладно, продолжаем идти наугад. Надеюсь, что идем мы хоть и наугад, но верно. Эти руины всегда огромны. Растяжка. Эффектно. Так. Здесь вроде ничего нет. Ничего. Собор Альфтант. В честь Альфа названо, что ли? Там кошек едят? Или что? Ладно, короче, приперлись туда, куда нужно. В итоге. Дошли. Все-таки. Так, отлично, здесь какие-то рунические узоры уже на стенках. Выглядит это все так, как будто уже не двемерское, но... Хотя... Может, такие же узоры, просто в гораздо больших количествах, чем в предыдущей локации. Так, здесь ничего нет посреди этих завалов. Вот люблю я в такую задницу попытаться залезть, чтобы потом орать на то, что я застрял в текстурах. Конечно, я так и знал, господи. Здорово. Время подыхать. Что у вас за дурацкая привычка-то? Ляг нормально, раз ты мертвый. Вот так вот, как-то более-менее. Почувствуй силу задницы мертвого Фалмера, вампирша. Представляешь, если бы тебя заточили бы на 1000 лет в этой херне, в которой я тебя нашел вместе с мертвым Фалмером. Причем в позе 69. Давайте сфоткаю на аватарку ВКонтакт. Стой ты там, где стоишь. Ладно, встань на свет. Чтоб на тебя свет хорошо падал. Давай. Сейчас. Да. Да погоди, нет, не да. Вот. Что ж он так дергается, как будто он в киселе плавает. Я уже практически сделал отличную диспозицию.